Совершенно секретно. Краткая характеристика на члена клуба ОРМ с 2012 года. Гринченко Александр, он же Гриня. Штурман. Профессионально заблудит даже мастеров спорта в чистом поле. Человек – железная голова, а его голова – это клубное имущество. Одновременно повар и сварщик. Легко сварит борщ и полуоси. Особенно ему удается французский суп из говна и палок. Надежный, добрый, отзывчивый, придет на помощь, хороший семьянин, любит детей и хоккей. На льду держится уверенно, но иногда может уйти под лед. Отличительная характеристика. На все имеет свое мнение. В минуты душевного равновесия курит трубку с чувством, с расстановкой, размышляя о жизни. Из недостатков. Тихо в лесу говорить не умеет, поэтому в партизаны не годится. Я ударно трудился, готовил машину-корабль к отплытию. Неудачно потащил драйбэк и упал на ящик с продуктами. Все будет хорошо. Ребро сломано без смещения. Это очень отличный результат. Это называется спортивный туризм на средствах передвижения. Третья категория сложность. Слава богу, в шестую не поехали. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Русский играет в хоккей. Русский играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет кленовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Рус не играет в хоккей. Рус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем мы, как царь. В сражениях золото и кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Рус не играет в хоккей. Рус не играет в хоккей.